Всем привет! Сегодня я снимаю влог очередной. Кстати, я уже вернулась с Турции. Отлично отдохнула. Скоро будут влоги, так что ждите. Скорее всего, я их уже выпущу. Мелоди одета в кофточку, потому что у меня открыто окно на улице. У нас очень пасмурная погода. И, кстати, сегодня нам должны будут привезти нашу колясочку, которую я заказала. В общем, посмотрим. Должны где-то к 4 часам дня ее привезти. Сейчас сижу, монтирую влог, который так и не смонтировала. Ноутбук я с собой не брала, потому что, ну, зачем мне это надо? Все-таки я ездила отдыхать, и у меня на камере 8% зарядки, поэтому я, скорее всего, сейчас поставлю заряжать камеру, и потом к вам вернусь. У меня уже идет сохранение видео. Оно получилось у меня на 20 минут, так что смотрите и смотрите, наслаждайтесь, кто, конечно, наслаждается. В общем, я распечатала фотографии, вообще абсолютно разные, приразные есть, там аж 4 листа, но там есть и семейные фотографии, и фотографии, которые меня попросили распечатать, то есть с кем мы летали, вот, так что все вам я показывать не буду. Это вот такие вот маленькие фотографии, и буду вешать я их вот сюда. Обновлю уже эту вот свою стенку, будут новые фоточки висеть. И я заказала прищепочки, они пришли нереально маленькие, вот посмотрите, какие они. Вообще, очень маленькие прищепочки, но при этом они очень крепкие. Теперь для сравнения, вот, к примеру, вот прищепочка, которая ко мне приехала, и вот прищепка, которую я покупала у себя в городе. Это просто какой-то трындец, очень маленькие. И у нас уже утро следующего дня. Вчера нам привезли коляску, немного задержались с доставкой, но все в итоге в порядке, все хорошо. Коляска просто суперская, я от нее в восторге. Наша коляска от фирмы Good Baby, и она трость, 2 в 1. Я, конечно, планировала найти где-нибудь 3 в 1, но 3 в 1 вообще они как бы почти в 2 раза дороже, и я решила остановиться на этой модели. К тому же я ее давно уже присматриваю, и все-таки решилась ее купить. Стоит она порядка 13-12 тысяч. Можно даже найти подешевле, мне кажется, уже. Потому что это модель 2016 года, насколько я помню. Вчера я с ней разобралась, что куда и как. В общем, мне, в принципе, все нравится. Это вот такой прогулочный блок. Она оказалась очень огромной, но ничего уже не поделаешь. К тому же нам ее доставили доставкой на дом. Это очень круто. Вот здесь есть такой вот полок, и вот это вот прогулочная часть, а вот это люлька. Я планировала купить коляску только с люлькой, и вот она. Здесь тоже есть накидка на ножке, и внутри она такая серая. Опустить крышу я могу, нажав вот на эти вот штучки. Вот она больше никак не держится, только если полностью поставить. Эта вот штука может убираться, кстати. Здесь также есть ручка, можно ее носить как переноску, это тоже один из плюсов. В общем, очень крутая, мне все безумно-безумно понравилось. И вот такой вот на расцветке, с любовью от Good Baby, хороших малышей. Сейчас я вам покажу, как она раскладывается. В принципе, в этом нет ничего сложного. Вот в таком состоянии мы будем пользоваться коляской в городе. Она очень стильная, достаточно легкая. Это для меня один из самых главных факторов. И сейчас, конечно же, я вам покажу, как смотрится на этой коляске прогулочный блок. И вот так этот блок выглядит лицом ко мне, и он также ставится лицом от меня, как и люлька, но в таком варианте я катать малышек не буду, но вам покажу.
Если что, там лежит пакет от этого прогулочного блока, я его еще не убрала. Все остальное я уже выкинула, слава богу. Было очень много мусора. Вот я оставила один пакет на всякий случай, если что. Вот это вот все убрать можно будет, пакет. Тут также есть вот эта вот подножка. Она меняет положение, и можно сделать ее полностью стоячей. Там, по-моему, три положения, но мне не особо это нужно. Вот такая вот она внутри. Достаточно тесная, маленькая, ну, в принципе, то, что мне нужно. Здесь есть пятиточечные ремни безопасности, но пристегиваются они как трехточечные. То есть у ребенка руки вот здесь вот одеваются, и все это хорошо пристегивается. Такие вот здесь подушки, вот эти вот мягкие. Все очень продумано. Это, я вам скажу, не самая дорогая модель. И, в принципе, то, что мне нужно. Очень длинный кап. Итак, я уже положила сюда Мелоди. Я, кстати, еще не клала сюда малышек, к удивлению. И она здесь прекрасно поместилась. Сейчас я опущу крышу. Прекрасно себя здесь чувствует, конечно же. То есть люлька для нее в самый раз. И также я хочу повесить вот на крышу вот эту вот мобиль, которую я, собственно говоря, и покупала для коляски, для автолюльки. Вот, в принципе, как-то так. Можно повесить вот на эту вот резиночку, без вот этого вот крабика. Также можно повесить ее вообще... Я еще повесила вот таким вот образом. Мне кажется, более удобнее. Правда, это торчит не очень красиво. Сейчас перевешиваем по-другому. Вот, я считаю, что это одно из наиболее удобных вариантов. То есть она никак не болтается, кроме игрушек, которые висят на ней. И Мелоди почти на нее смотрит. Я очень довольна этой покупкой. Многие подумают, что я сумасшедшая. Возможно, это и так, но да ладно, господи. В Америке давным-давно уже полно вот таких вот всяких реборн-блогеров, и все в порядке. Ничего в этом плохого я не вижу. Сколько можно мне писать о том, что это не дети, о том, что они не живые. Иди посмотри за своей собакой. За собакой я смотрю, господи, что вам еще нужно? Я не уделяю им столько времени, как вы думаете. Возможно, что... Один раз в неделю я их беру на руки, но не более. Иногда я даже про них забываю. Я делаю это для вас, чтобы вам было интересно. И кто думает, что я зарабатываю на этом деньги, нет. Мой канал не монетизируется. Я думаю, что многие заметили, что на нем нет рекламы. И я делаю это для своего же удовольствия, потому что мне это нравится. И это такое мое хобби, которое я очень-очень люблю. И, кстати... Еще я думаю, что будут спрашивать, конечно же, как мои родители относятся к таким вот покупкам и вообще куклам. Слушайте, меня просто это достало. Поэтому я решила ответить на это все сразу же в одном видео. Родители на это уже давно никак не реагируют. То есть, если это мое хобби, то что еще они должны сделать? Отобрать у меня это все? Поверьте, это будет очень трудно. Если бы мои родители это не одобряли, то я бы давно уже закрыла канал, и ничего бы этого уже давным-давно не было. Я еще повесила мобиль вот в таком вот варианте, просто показать вам. Мне такой вариант не нравится, но просто вот чисто. Так вот можно сделать. Кстати, вот так вот лежит Мелоди в колясочке. Это уже прогулочный блок. Мы его возьмем, скорее всего, в деревню и оставим уже там. Мне он тоже безумно нравится, потому что он ставится лицом ко мне, и это очень здорово.